Время 11 час, и мы идем налево в Фалераке, вдоль моря, потом там дорогой дублером и все такое прочее. Но мне нравятся деревья на фоне моря. Мы все еще идем в Фалераке, по такому чудесному пейзажу. Погода летная и трес с утра пилот. Летим мы пить опять же котером в Иркуту. Сегодня здесь, а завтра тут, прощай. Еще раз мы по-прежнему идем в Фалераке вдоль чудесного бережка. Нам осталось 3 дня. Больше хорошей погоды в этом году не будет. Дальше уже декабрь, снег, оливье. Когда сухой ветер и сухая погода, гораздо легче переносится жара. Просто ее даже и не чувствуется, даже панамку не надевал. И вот мы вышли на дорогу дублер, а здесь инжир меня шепчет: займи, но выпей, сорви и сожри. Но после вчерашней дыни не желаю. Вот мы сходим с дороги дублера. Здесь вот такая чудесная платформа. Тут такие чудесные машины. Мы идем прямо и налево в Фалераке. Корова. Да ну почему же бык? Вообще-то я не вижу у него ничего. Корова по форме напоминает треугольник и квадрат, а предыдущая была прямоугольная. Наверное, за быком стоит любимая жена, а в стороне стоят 2 нелюбимые жены и ребенок. Сельская. Зато он пузико, или это пузико от клетчатки. Они, наверное, все очень фитнес-виганы, и у них это здоровое питание. Ну, фитнес, да. Физическая активность немного, но питаются правильно, травой. Вот, да. Здесь мы еще не ходили, идем по дороге вниз в Фалераке.
почти пришли в Фолераке. В Фолераке хорошо, что недалеко и недолго идти. Butterfly Studio. От Ириса до Фолераки, ну, мы ставили точку на порт Святых Апостолов, идти 7 километров. Фолераки совсем рядом. Телефон, ой, фотоаппарат решил осветлить, а тут решил затянуть. Значит, опять осветлит. О, осветлил. Затемнил. Ну и ладно. Интересно, девки пляшут. Этот вот отель Криамос Блю. Оказывается, он раньше был Матина, и на карте он идет как Матина. Вот такие бугенвилии в Фолераке. Мы идем туда, куда нам подсказывает планшет. А планшет нам говорит, там был круговой перекресток небольшой. И вот мы идем, видимо, прямо и направо. Там будет, наверное, порт Святых Апостолов. Ох, какая она красивая здесь. Вуля Студиос, Вуаля Студиос. Длинная игольчатая пушистая елка. Сосна. Катара Бэй. Мы идем на Катара Бич. Катара — это не от слова катаракта и не от слова катар, в смысле насморк жуткий. Просто Катара. Просто Бэй. Мы идем. Морю. Порт Святых Апостолов — это типа уже это, а это Катар Бич. Use one sunbed, 5 euro. Пойдем. Security. Марина Ларнака стайл. Планшет сказал, что you have reached your destination, и это Saint Apostle Sport. Так что можно где-нибудь найти пляжик, да и полежать. Кораблики. Попугая с плеча, старый боцман, сними. Я к тебе заглянул на минуту-другую. Я сопливый матрос, и едва заштормит, под коленками дрожь. Удержать не могу я не то что боюсь,
просто ж я не привык. Хоть в мои-то года быть пора капитаном. Я хочу все уметь. Расскажи мне, старик, как быть добрым, большим, мудрым и постоянным. Приоткрой мне, старик, тайны древних морей. Ты ведь, знаю, найдешь, чем со мной поделиться. Ты ведь знаешь язык рыб и птиц и зверей. Ты ж сумел научить говорить свою птицу. Научишь в кабаках ром хлестать из горла. Научи соблазнять длинноногих красоток. Жить, чтоб, как у тебя, жизнь под ложечкой жгла. Чтоб по жилам неслось сумасшедшее что-то. А еще объясни, как тайфун обогнуть, как не падать за борт в штормы так же, как в штиле. Объясни, как мне плыть, чтобы не утонуть. Расскажи, как мне жить, чтобы не утопили. Ты же объездил весь мир. Что ж ты, боцман, молчишь? Что же птица твоя вдаль глядит, не мигая? Видно, боцман, ты прав. Жить нельзя научить. Можно лишь научить говорить попугая. Нам по шкуре чужой не прочесть ничего. Мы на шкуре своей все испробуем вскоре. Неужели ж нам в штиле греть под солнцем живот? Не затем мы идем в беспокойное море. Я уж как-нибудь сам жизнь рискну изучить. Можно ли боцманом стать, бурь и гроз избегая? Так что ты уж молчи, старый боцман, молчи. И скажи помолчать своему попугаю. И вода здесь не очень. Вода здесь не очень. Уж с пещеркой вообще не сравнится. Давайте я. И вот смотрим мы на местную воду, смотрим мы на местные корабли. В общем, вот там вот за горой, где наши пещерки, Траганубич, вода гораздо более приятного цвета. Там камушки, и она какая-то вся прозрачная, совсем не зеленая, совсем. А здесь какая-то совсем народу до хрена, совсем зеленая. Как-то здесь вроде бы пляж-то неплохой, но очень много отелей. В какой-то момент, видимо, они решили, что здесь хорошее место для отелей, и все застроили. К счастью, Траганубич не застроили и даже песка туда не подвезли. Поэтому там мутника нет, и вода прозрачная, и камни. А здесь вот на случай желающих полежать на коврике, как мы, здесь негде. Здесь два ряда лежаков, и уже таверна. Не будем мы здесь лежать. Полирайки, полиракцион. А мы пойдем во фанду. Пойдем во фанду. Ду-ду-ду-ду-ду. Да, это самая первая линия. Первее не бывает. Они, наверное, оверпрайсд. А главное, за что, да? Чтобы у тебя толпы цыган шарились. Ну, туристов хорошо, а не цыган. Потолок из вьюнка или из винограда. Потолок скоро провалится под тяжестью винограда. Ну, довольно живописно, но довольно... А вдруг там клещи? Вот сидишь без кепочки, а там клещи. И что делать? Так мы решили, постановили, что вот здесь вот мы точно не останемся. А может быть, не доходя до фанду, полежим-ка мы у пещерок, чтобы, так сказать, в полной мере оценить нормальный пляж, нормальную воду. Тем не менее, некто с ковриками нашли место, где прилечь.
и со своими маленькими тентами. Но это какой-то прям Сочи-Сочи. Не было пляжей Фалераки, и хорошо, что мы не поехали в Авито Студиос, потому что вот пришлось бы в таком стиле отдыхать. Но ведь такие пляжи скорее редкость, скорее исключение для этого побережья, чем правило. Да. Ну не знаю, по крайней мере, вот Афандук, Олимпия, этот Цамбика, совсем другой вид. Ну Цамбика, допустим, ладно, мы видели издалека. Но Колимбия, Афанду нет такого. Тут прям вот друг у друга на головах, а-ля 5 звезд Турция Майя. Мы решили вернуться на пляж и пойти к Макдональдс. Мы нашли на карте, здесь есть Макдональдс. Мы там не питаемся, но это довольно, это, как сказать, не знаю, показательно. Если где-то есть Макдональдс, значит, это что-то большое. Да не надо. Давайте я допью тут балл. Кафе на пляже. Есть пляж. Вот там. Да не, давайте. Все это немножко напоминает Айанапу. Похоже на Айанапу, скажите. Какой-то курортный торговый плейс. Домушки. Вот мы идем от пляжа. И вот мы идем по какому-то торговому. Ясно. Магазин с турецким глазом-алмазом. Турецкий глаз-алмаз. От запор по носу дурного глаза. Vibes. Iced shots from 1 euro. Наверное, наливают выпивку и кидают шарик льда. Бар One. Easy boy, take it easy boy. Мочалки. Витамин бар.
Ага, вот это вот мужик, мимо него всегда на автобусе в аэропорт едем. Мы дошли до этого мужика. Именем Фейсбука заклинаем вас, Silver Shop. Уходим с большой улицы, и сразу становится тише. Ага, я поменяла батарейку. Эта музыка будет вечной. Собака страшная. А там опять машину. Прямо море, туда главная улица, сюда. Мы пойдем к пещеркам, а тут указатели. Линдес, центр и Родос, что ли? Да, Родос. Очень типикали, что называется, домишко. Включим. Какая-то церковь. Но, наверное, это не так, где мы были в тот раз. Точнее, мы в ней не были, но мы проходили рядом. Там был праздник. Суббота? Суббота праздник. Это та самая церковь, которая около автобусной остановки. И мы мимо нее ходили уже. И мимо нее каждый раз проезжает автобус, когда едет. Когда ехал к нам. И когда ехал в Киатари. И когда ехал в Ирис. В общем, эту церковь всегда все приезжают. Но с этой стороны ее не проезжают. Ее проезжают по большой дороге, вот по той. И от нее видно только эти глиняные купола. Так, прикольно сделал крышечку. Там, по-моему, свадьба. Place of worship. Смотрю на карту. Place of worship. Олени? Тюлени. А, ну олени это же это, символ Родоса. Олень с оленихой. De la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los
aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Cocina, me gustas de la tú. Mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. De la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Вот мы пришли к пещеркам и улеглись.
сейчас пойдем купаться. Точнее, я пойду сейчас тоже купаться. Лежим у пещер. Время 3 часа. Самый лучший пляж вообще. Приплыл теплоход, и на нем женским голосом рассказывают: посмотрите направо, посмотрите налево. А в греческом зале мышь белая. Сейчас, наверное, повыкидывают туристов за борт купаться. Значит, выпустят купаться. Вчера круизный теплоход приехал в Казань, и это был залет наверняка. Надежда Мейеровна Кроль внезапно ощутила боль чуть-чуть пониже области пупка. Вчера туристский теплоход привез ее домой из Минвод, и это был залет наверняка. Чуть-чуть мутит, и голова легонько кружится. Как было весело, какой там был грузин. Но вот теперь Наталья Мейеровна с ужасом подумала о том, что вскоре ей грозит в 5 шикарнейших приемных отделениях. Она косила 10 дней аппендицит, но вот нарвалась на девчоночку линейную. И та, конечно же, ей поставила на вид, что ничего нет невозможного. Для врача, для неотложного, по его квалификации. Нет ученых степеней, но где приносит извинения наше здравоохранение. Там кудесники линейные вам помогут всех верней. Мы по-прежнему на пляже Таргану. Читаем Шантарам. Что вы читаете? Какую-то книжку. А я мундир. Покажите ваш шлем о награде. Я нарвала инжира по пути на пляж. Вот сейчас чудесно провожу время. Ходим в Таргану Бич. У пещерок чудесно. Лучше всех. Самый лучший пляж.